Так, друзья, всем привет. Смотрите, BMW i3, электромобиль, 14-й год, 15 тысяч долларов, 19-е диски. Вот такие красавицы стоят. Значит, расход. Все спрашивают расход. Где-то хватает на 100 километров, но это в летний период, правильно? На летний. То есть зимой еще на ней не катались. Машина только что приобретена, ну где-то месяца два. Вот такой у нее красивый багажничек. Сейчас покажем, как она выглядит. Вот. В принципе, как везде, мягенькая, да? Хорошенькая машина. Сейчас внутри. Внутри сейчас пока. А, ух ты, как открывается, обалдеть. Это друг мой купил и разрешил мне снять обзор. А коробка у нее автомат или робот? Я просто не понимаю. Автомат, да, получается? Автомат. Угу. Ну, что, ребята, рассказывать. Все компьютеризировано. Пока еще она полностью не испытана. Ну, вместимость. Сейчас вот я сяду, попробую. У меня 1,86 м. Ну, тоже ж еще двигается седуха. Ну, в принципе, удобненько. Капот я не вижу. Ну, тут можно поднять. Как у меня Кэмри просто. А, она ж вот так вот стоит. Все, я понял. Она стоит не так, как нужно. Ну, уютненько. Жестковатая, как для BMW. Ну, она так и должна быть. BMW машина такая жестенькая. Жестик. Хозяин еще даже не понял всех компьютерных движух по ней, потому что поэтому обзор у нас будет очень короткий. Вот. Но ты доволен вообще ей, да? В общем, да? Это для дочки машину купили, ну и сами ездят, друг. Ну, дочка, конечно, довольна, потому что это ее первая машина. Кстати, а что здесь по седухам? Это наверное, не кожа. Кожаный, да, салон? Ну, он такой комбинированный, да, получается, комбинированный. Подстаканнички. А батареи, получается, под... где они находятся? Под вот этим, да? Под полом, да, находятся батарейки. Ага. Ну, ребята, что, вот такой у нее внешний вид. Смотрите, как дверка, хоп, закрывается шикарненько. Сейчас задок. Вот. Заряжается она тут прямо с этого. Сейчас номера снимать не будем. Покажем задочек ее. Ага, i3. Вот так. Такая кралечка. Ну, вот сейчас внешний вид вам покажу. Миниатюрная, очень такая уютненькая. Ну, внутри, да. Вот я же говорю, я сел, у меня 1,86 м. В принципе. Довольно-таки вот ноги у меня помещаются. Мы смеялись, друг говорит, значит, сейчас купить резину на ней. Вот резина дорогая, получается 19 000 долларов. Но это с дисками, да? А, это бэушная только, да? Зимняя бэушка, 1000 долларов. Ну, ребята, пока еще выводы не делаем, но, в общем, нравятся им. Все, мои хорошие, пошла массовка.